Андрей Васильевич, ты-то мне и нужен. Хоть кто-то мне рад. Огорчу, скорее наоборот. Ты что себе позволяешь, Греков? В каком смысле? Ты хоть понимаешь, кто такой Терехов? Да, один из главных подозреваемых. И очень влиятельный человек. Он всех здесь на уши поставил. Ты по какому праву ведешь дело Белкина, когда сам в отпуске? А? Валерий Федорович, вам важно, чтобы был найден убийца или все эти формальности? Какая разница, кто по бумагам ведет дело? Такая разница. Если Терехов захочет придраться, он зацепится за то, что ты ведешь расследование, не имея на то никаких полномочий. И следствие повернется совсем в другую сторону, против тебя. Андрей, я все прекрасно понимаю. Но и меня ты тоже пойми. Мне вся эта стряска ни к чему. Хочешь продолжать расследование, оформляйся официально. Я понял. Давай. Итак, продолжим. Значит, Виталий Евгеньевич, вы утверждаете, что куклу вам... Отбросили так же, как и Елене, так же, как и Ануфриеву. Каким образом это сделали? Подбросили в почтовый ящик. Очень интересно. Это... Как же они вот такую куклу, вот такую щель засунули? Возможно, вскрыли дверцу, это несложно. Возможно, возможно. Я знал, что буду следующей жертвой. После того, как у Лены в сумке нашли куклу. А как так? Вы сразу догадались, что кукла связана со смертью Дани Терехова? В тот день, перед операцией, ко мне подошла мать Дани. Доктор, прошу вас, передайте это Дане. Пожалуйста. Это его любимые игрушки. Он не может без них. Они должны быть с ним во время операции. Давайте потом передам их в палату, хорошо? Сейчас нельзя. Операционный блок, все должно быть стерильно. Простите. Как давно вам подбросили игрушку? Сразу после гибели Лены. Почему вы все это время молчали? Я хотел сам во всем разобраться. Хотел поговорить с Павлом, но он не стал со мной разговаривать. А о чем именно вы хотели поговорить с Павлом Тереховым? Я понимал, что он будет главным подозреваемым. Но я не хотел и не хочу верить в то, что он убийца. Ну или нанял кого-нибудь ради мести. У него случилось страшное горе. Я был в нем косвенно виноват. Я просто хотел поговорить. Возможно, он тоже стал жертвой чьей-то игры. Это все очень трогательно. Но на правду не тянет. Мы с вами разные люди, вам меня не понять. Допустим. Терехов отказался с вами разговаривать. Произошло еще одно убийство. Погиб Борис Ануфриев. И вы снова не признались, что вам подбросили куклу. Чего ждали на этот раз? Борис, я тоже пытался предупредить. Накануне убийства. Ну, вы прям как ангел-хранитель какой-то, неудавшийся. Меня вот только одно смущает. Два врача уже убиты, а вы живы. Почему? Не знаю. Может, вы замешаны в убийствах? Да нет же, после гибели Ануфриева я сам хотел к вам прийти. Но время было упущено. Вы бы мне не поверили. Мое молчание сыграло против меня. Ну и еще... Еще Саша. Если бы она узнала, что у меня все это время была кукла, о которой я ничего не рассказал, я бы не смог оправдаться. Ну, у вас и сейчас мало шансов. У меня к вам одна просьба. Свяжитесь с Демченко. Возможно, он следующий. Сейчас, сынок. Мама докрасится и идем в садик. Мам,
Ты за папу решила на работу выскочить? Хочешь ему что-то доказать? Вообще-то я хочу доказать себе, что еще чего-то стою. Кому ты нужна? Мам, ты нужна нам, твоей семье. Разве этого мало? Если только Коленьке. И то вырастет, глянуться не успеешь. Мить, у тебя свои интересы. Отец пропадает на работе. Мне что делать? Ну, займись хозяйством. Нет уж, спасибо. Вот занимайтесь хозяйством сами. Идем, сынок. Идем, мой хороший. И мой сладкий мальчик. Пойдем. А я думала, проблемы только у моих. А теперь понимаю. У каждой семьи свои траблы. Это точно. Если честно, у моих давно так. Ругаются, потом мирятся, потом опять ругаются. Мне кажется, каждый раз еще немного, и они точно расстанутся навсегда. Запей. Все как-нибудь наладится. Они уже не в том возрасте, чтобы расставаться. Так, смотри. Я перенес эту запись в программу, и вот что получилось. Помнишь меня? Помнишь, что было 2 года назад? Так, и? Теперь мы ее максимально замедляем. Помнишь, что было 2 года назад? Слышал? Ну, это робот. Голос робота. Ничего хорошего. Ну, так в том-то и дело. Кто-то ушлый записал это сообщение с помощью голосовой программы. Если только как-то по симке вычислить. Бесполезно. Запись отправляли с номеров однодневок. Купили где-нибудь в переходе и... Эй, привет. Не отследишь. Ну да. Привет. Здравствуйте, Александра Николаевна. Андрей Васильевич, нет? Здравствуйте. Тем лучше. В последнее время с ним стало невозможно общаться. Ну, как прошел допрос с Милюхиным? Все по плану. Послушайте, пока вы пытаетесь скинуть вину на Милюхину, где-то рядом бродит настоящий убийца. И поверьте моей интуиции, он не остановится на 2 жертвах. Алла! 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 Кати дома нет. Не знаю, бегаю, пытаюсь понять, куда она могла деться. И почему ты мне сразу не позвонила? Где же ее теперь искать? Надо в полицию обращаться. Я хотел к Саше в мастерскую заскочить, малую проверку. Поехали вместе? Нет, Мить, давай ты один, ладно? Ты что, боишься, что ли? Не в этом дело. Я маме обещала заехать домой, она давно меня не видела. Ну, если хочешь, я с тобой поеду, проконтролирую. Не волнуйся, там все норм. Вроде налаживается немного с предками. Поезжай спокойно. Привет, сестренки. Тогда до вечера.
А еще, если честно, я люблю старые фильмы. Иногда по настроению хорошо заходит. Я тоже люблю, но вообще нет времени смотреть. А в кино? Любишь ходить? Ой, я даже не помню, когда была последний раз. Сколько у нас перспектив? Я тебя приглашаю. Прямо сейчас? Ну, а почему нет? Возьмем по большому ведерку попкорна, сядем на последний ряд. Здрасте. Привет. Знакомая твоя? Да. Соседка. Так что, мелодрама, комедия? На какой билет брать? Да. Да-да, я понял, спасибо. Есть инфа по машине, которая сбилась с Серзиным. Ну? Машина арендованная, оформлена на имя Екатерины Тереховой. Опять? Я же говорила, искать нужно где-то там. Еще обещали прислать фото из машины. Водитель, арендующий машину, должен сфотографировать себя на телефон вместе с правами. Вот, прислали. Плохо видно лицо. Права-то Тереховой, но она ли рядом? Очки? Волосы лицо закрывают. Вроде похоже, но я бы засомневалась. Александра Николаевна, вы только не обижайтесь. Как бы вам сказать? Что? Я мешаю вам работать? Ну да, ладно. Мне действительно пора. Я вас провожу. Екатерина? Здравствуйте. Рад вас видеть. Да. А вы кого-то ждете? Мне нужно поговорить с Серзиным. Он в театре? А вы разве ничего не знаете? О чем? Пойдемте в театр. Там поговорим. Какие новости? Баранов должен сделать запрос на телефон, с которого отправляли голосовое сообщение жертвам. Возможно, через аппарат получится выяснить. Ну, вы допрыгались. Я же обещал, что вас здесь не будет. Я этого добился. Какая претензия на этот раз? Мою жену похитили. Все это из-за вас. После вашего визита Катя исчезла из дома. А почему сразу похитили? Может, она ушла по своей воле? Да вы видели, в каком она состоянии. Она вообще последний год одна никуда не выходит. Она не покидает квартиру. У Екатерины есть телефон? Вы ей звонили? Она оставила его дома. И вот это еще одна тема для разговора. Кто-то шантажирует мою жену. Это Пьеро из кукольного домика, который вы выкрали из моей квартиры. Кто мог прислать Кате эту фотографию? И вот это. Помнишь меня? Помнишь, что было 2 года назад? Вот это как вы объясните? Откуда у нее на телефоне могла взяться вся вот эта хрень? Такие сообщения получали жертвы перед убийством. Павел, вы проверили документы Екатерины? Они на месте? Мне некогда было этим заниматься. А вам не приходила в голову мысль, что кто-то пытается вас подставить? Доминик, ты? Да. Ну, что ты крадешься в комнату, как мышка? Проходи, чайку попьем.
Ну, не знаю. Давай, пока нет никого, спокойненько посидим, посплетничаем. Присаживайся. Как дела в институте? Супер. Это хорошо. Знаешь, я очень рада, что ты с Митей. По-моему, ты хорошо на него влияешь. Если у тебя действительно с родителями вот все так сложно, оставайся у нас. Пока. Но не волнуйтесь, я никому не скажу, что видела вас. А чая не хочу, спасибо. Это они. Все они. Нельзя было. Они же предупреждали. Простите, я не понял вас. Куклы. Они мстят. Не остановятся. Так всегда будет. Куклы всему виной. Павел, почему вы сразу не признались, что документы Катерины пропали? Да потому что вы обвинили ее в убийствах. Она не могла этого сделать. Никак. Понимаете, это просто исключено. Кто был в вашей квартире в последние дни? Никого у нас не бывает. Катя ни с кем не общается. Мы с Аллой ухаживаем за ней. А может, Екатерина давно пошла на поправку и скрывала от вас Аллу это? Ну, как бы имитировал свою болезнь. Вы вообще в своем уме? Она не народная артистка, чтобы так играть. У меня все заключения врачей. Хотите, я вам принесу. Психические заболевания – сложная штука. Грань между нормой и отклонением слишком тонкая. Врачи могут ошибиться с диагнозом. Не в этом случае. У нас умер сын. От такого любой может свихнуться. Я возил Катю к лучшим врачам Европы. Была только иллюзия, что ей стало легче. Как только вернулись, опять началась регрессия. Мы долго будем здесь еще трепаться? А если ее похитил этот убийца? Катю срочно нужно спасать, надо объявлять розыск. Я не понимаю, что мы сидим. Павел, мы сделаем все возможное, чтобы найти Екатерину. Смотрите, если с ней что-то случится, я вам всем тут башку оторву. Товарищ майор, можно у вас на минуту? Это очень срочно. Демченко найден мертвым у себя на даче. Эксперт уже выехал. Так. Ты останешься с Тереховым? Угу. Дождешься, пока он напишет заявление об исчезновении жены. Мы с Белкиным поедем на место. Понял? Так точно. Пойдем. Александра, тут такое дело. Екатерина Терехова объявилась. Она какая-то странная. Серзина ищет, про каких-то кукол там плетет. Евгений, послушайте меня, это очень важно. Никуда не пускайте Екатерину до моего приезда. Да, и никому не рассказывайте про нее. Я скоро. Здорово, мужик. Здорово, Миша. Чем порадуешь? Ну, все выглядит так, будто Демченко задохнулся выхлопными газами. Ага. А на самом деле? На шее след от иглы. Без экспертизы не могу утверждать, но думаю, что препарат тот же. Опять кукла. Вижу. Что скажешь, Лен? Ну, почерк тот же.
Не совсем понимаю, к чему вся эта инсценировка с отравлением газом. Ну и с этими куклами детский садик какой-то. Неужели Екатерина? А что, если Терехова искусно притворялась, а на самом деле готовила план мести? Могла. 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 Похоже, куклу Демченко доставили прямо на дачу. В подарочной упаковке. Получается, убийца следил за ним? И знал, что Демченко поехал на дачу. Все эти дни он должен был работать в больнице. Но сказал, что ему нужно срочно уехать. Скрывался. Чувствовал, что за ним охотится. Похоже на то. Андрей Васильевич! Вот еще телефон Демченко. Не сразу нашел, завалился за сиденье. Помнишь меня? Помнишь, что было 2 года назад? Помнишь меня? Помнишь, что было 2 года назад? Опять. Помнишь меня? Помнишь, что было 2 года назад? Помнишь меня? Помнишь, что было 2 года назад? Я сомневался. Спасибо, Миша. Катерина, здравствуйте. Вы меня помните? Я недавно была у вас в гостях. Что случилось? Почему вы здесь? Это они. Они привели меня сюда. Они зовут меня. Мне некуда больше идти. Я никому не верю. Катя, а вы мне верите? У вас хорошее лицо. Доброе. Чуть не раздавил. Дорогая вещь, похоже. А что это за буквы? Это инициалы. А Демченко как зовут? Вадим Георгиевич. Нет, Григорьевич. Почему тогда ПТ? На ум приходит только Павел Терехов. Он носит запонки, я запомнил. Когда он к нам в кабинет приходил. Что-то я запутался. Значит, все-таки Павел? Но он же сам к нам пришел. Он что, таким образом пытается отвести от себя подозрения? Следы путает? А если это Екатерина? Допустим. Она действительно затеяла эту сложную игру. И хочет зачем-то подставить Павла. Подбрасывает ложные улики. Согласись, как-то очень специально. Бросить запонку почти на пороге. Тоже верно. Паш, пакетик есть? Да. Лишний. Угу. Спасибо. Держи. Я гуляла с собакой, и вдруг Жужа меня потянула к гаражу Вадима Григорьевича. Скулит, рвет поводок, удержать не могу. Но пошла я за ней. А она прыгает, лает около гаража. Я думаю, что такое? А гаражные ворота закрыты были? Да. Пошла я на крыльцо, смотрю, дверь не заперта. Угу. Заглянула внутрь. Нет никого. Тут я волноваться стала. Думаю, вдруг воры дом вскрыли. И решила вызвать полицию. На всякий случай. А тут вон такое. Когда вы последний раз видели Демченко? Да вот на днях. Его посылку по ошибке мне принесли. Я заходила ему отдавать. Вадим Григорьевич, вам тут посылку принесли. Да по ошибке оставили на моем крыльце. Вы что-то путаете, Людмила Степановна.
Нет, я ничего не путаю. Здесь ваши инициалы и фамилия. Нет, это ошибка. Извините. Он ее еще брать не хотел. Говорит, ни от кого подарков не жду. Вообще нервный был. Я это заметила. А больше ничего подозрительного в этот день вы не заметили? Может, какие люди приходили к нему? Или незнакомые машины заезжали во двор? Нет, во двор не заезжали. А вот на дороге машина стояла. С темными стеклами. Иномарка. Серебристая. А кто внутри машины был? Не разглядели? Женщина. На нее похоже? Вроде да. Или нет? Точно сказать не могу. Кто-то знает, что вы ушли из дома? Нет. Никому не говорите. Никто не должен этого знать. Это тайна. Слышите? Хорошо. Хорошо, я поняла. Я никому не скажу, не волнуйтесь. А где все-таки Серзин? Евгений вам не сказал? Серзин в больнице. В реанимации, он без сознания. Плохо. Очень плохо. Значит, и он тоже. Что тоже? Что вы имеете в виду? А ведь Анатолий хороший человек. Он меня понимал, утешал. Только он, больше никто. Людям нужно, чтобы их слушали. Да, я с вами согласна. А эти лекарства, они только заглушают боль, но не лечат. Я их больше не пью. Вы уверены, что поступаете правильно? Устала. Давно столько не гуляла. Давайте посидим. Так что насчет кино? Я не шутил. Ты спешишь? Вообще-то нет. Я с тобой согласен. Во всех этих убийствах присутствует какая-то показушность, эпатаж. Куклы, запонка, искаженный детский голос. Обычно этим грешат женщины. Это точно. Даже убить не могут в простоте. И сам способ убийства, не требующий особой силы. Ну да, вколола шприц и пошла себе. Так, допустим, Катерина убивает врачей, но хочет подставить Павла. Зачем? Может, его тоже винит в смерти сына? Типа, не заметил вовремя, что ребенку стало плохо. Не сразу вызвал скорую. Но мало ли что там у этих женщин в голове. Или хочет стать единственной владелицей состояния Павла. Ну-ка, набери адвоката Терехова. Надо с ним пообщаться. Имейте в виду, я предупредил Павла, что поеду к вам. Это хорошо, это на здоровье. Так, насколько я понимаю, речь пойдет о моем клиенте. Правильно понимаете. Меня интересует, как поделено имущество Тереховых. Что-нибудь принадлежит Екатерине? Ну, на нее оформлена половина активов. То есть, если Павел сядет за решетку, его жена имеет шанс завладеть всеми активами? Не все так просто. У Тереховой диагноз. Ее могут признать недееспособной. Тогда активами может завладеть ближайший родственник Екатерины, он же ее опекун.
Вам получше? Не знаю. Но хорошо, что вы рядом. Почему вы здесь? Я помогаю расследовать дело об убийстве врачей, которые лечили вашего сына. Врачей убивают? Какой ужас! Кто и зачем это делает? Но ведь они не виноваты. Они сделали все, что могли, я знаю. Да, в том-то и дело, не все так считают. Вот и мой муж тоже. Павел не может смириться с тем, что Данечки нет. Винит всех подряд. Но врачи тут ни при чем. А знаете, кто виноват? Кто? Я. Это я не уследила за сыном. Я должна была знать, что у него порок сердца. Не надо себя винить. Вы не виноваты. Вы не могли этого знать. Катерина, как вы думаете, ваш муж мог бы решиться на убийство? Павел? Да что вы? Нет-нет, он только кажется грубым и жестоким. А так он даже мухи не обидит. Он заботится обо мне, ухаживает. Ничего, что они спят с Аллой. Он мужчина, ему нужно. Она тоже одинока. Павел и Алла любовники? Да. А вы знаете Аллу? Мою сестру? Да, видела. В вашей квартире. Она там живет? Нет. Она живет в доме наших родителей, а ко мне приезжает. Катя, вы не могли бы меня отвезти к Алле? Мне нужно задать ей пару вопросов. Конечно. Дом. Наш родительский дом. Добрый день, Виталий Евгеньевич. Нашли против меня новые улики? Опять в отделение повезете? Да нет, скорее, я думаю, что вы все-таки не убийца. Неужели извиниться приехали? Ну, это вы слишком сильно размечтались. Хочу вам предложить помочь следствию. От этого я никогда и не отказывался. Вы ведь тоже получили куклу? Да, получил. Значит, рано или поздно можете стать очередной жертвой преступника. Уж лучше поздно. А лучше вообще не дать ему это сделать. Катя делилась со мной про семью, про сестру. Алла завидовала ей. Ну, богатый муж. Любовь. Катя переживала. Поддельных кукол из кукольного домика вы сделали, Анатолий Борисович? Я. Зачем? Алла заказала. Алла? Для чего? Я не знаю. Может, она хотела такой же домик, как у сестры. Но ее можно понять. Домик действительно прекрасен. А вы не знаете, Алла водит машину? Кажется, да. Она жаловалась, что парковки нет у театра. Анатолий Борисович, поправляйтесь. Не буду больше вас беспокоить. Спасибо. Вы кто? Простите, я хотел бы поговорить с Екатериной. О чем? Я Виталий Милюхин.
хирург, который оперировал ее сына. Я хотел бы все объяснить, попросить прощения. Вы меня понимаете? Проходите. Спасибо. 2 года прошло, а меня все не отпускает. Думал, забуду, успокоюсь, но не получается. Поэтому мне нужно с ней поговорить. Да, конечно. Но Кати нет. А где же она? Уехала. Павел отвез ее на дачу. Ей там лучше, на свежем воздухе. Как жаль. А если я поеду к ней туда, это будет неудобно, как вы считаете? Почему же? Катю почти никто не навещает, ей тоскливо одной. А вы на машине? Нет, я могу на электричке. Зачем? Я вас отвезу. Все равно как раз собиралась туда ехать. Спасибо вам. Подождите, я только переоденусь. Да-да. Почти пришли. Говорит, для Аллы сюрприз. Что случилось? Тихо. Там мало. У нас подъезд к дому никак нормально не сделают. Поэтому приходится машину на дороге оставлять. Ну, места здесь зато хорошие. А, стародачные. Ой. Че? Ключ уронила. Давайте понаблюдаем за ней издалека. Зачем? И есть у меня кое-какие подозрения. Ключи. Я хотела их сразу достать, чтобы Катю не будить, если она спит. Да давайте я поищу. Вот я растяпа. Виталик! Нет, пожалуйста, не умирай. Нет, нет. Саша, подожди. Это антидот. Саша, что ты здесь делаешь? Как ты все время умудряешься оказаться в зоне риска? Ты еще операцию срываешь. Куда побежала? Куда? Туда, там машина. Как вы видели? Объясните, что происходит? Все хорошо. Я просто согласился поучаствовать в эксперименте, чтобы поймать убийцу с поличным. Ты что, согласился ввести себе смертельную дозу? Не волнуйся. Как вы могли использовать живого человека в качестве наживки? А если бы он умер? Я знаю, вы ни в чем не виноваты. Вы хотели спасти моего Данечку. За что вы так с ними? Тереховым и так досталось. Сына потеряли. Потому что слишком хорошо жили. Почему одним все, а другим ничего? Катьке и муж любящий, и деньги. А чем я хуже? Нет, вот вы мне скажите, как мужчина. Я что, некрасивая? Это к делу не относится. Давайте по существу. А я как раз и по существу. Красивая, умная, сексуальная. Только без денег, без мужа и без детей. Но в этом точно не Екатерина с Павлом виноваты. Спорно. Катя могла бы поделиться своими деньгами, не разорилась бы. А про Павла я вообще молчу.
кобель. Сначала спал со мной, а потом решил выбросить как шавку. Вот и поплатился. Да, ловко вы все рассчитали. Екатерина в психушку, Павла в тюрьму. А вам, как ближайшей родственнице, все их активы. Жаль, только вы слишком умны оказались. Все прочухали. То есть о содеянном вы не жалеете? Абсолютно. Саш, спасибо тебе. За что? Ты меня возвращаешь к жизни. А мне кажется, это я с тобой начинаю оживать. Хорошо, что я поговорил с Екатериной. Это было важно для меня. Да, потому что ты самый лучший детский врач на свете. И я верю в твой талант. Тебя, конечно. Mm-hmm.